Все, погнали. Бабушки, невеста. Ребята, всем привет! Сегодня у меня очередной блог. Покажу вам комплекс упражнений на мышцы пресса. Ну, частично также включается у нас в этих упражнениях мышцы спины и грудь. Упражнение на грудь будет. Всего 4 упражнения. Так, показываю первое упражнение сейчас. Так, пойдем. Первое упражнение у нас — подъемы в передний вис. Раз 5 попробую делать. И затем еще также в висе на перекладине будем подносить колени к груди. Ну, так выполнять. Будем выполнять так называемые скручивания. Вот это было первое упражнение у нас. Так, второе упражнение, сидя, выполняется. Подойди сюда поближе. Сидим, в общем, так вот, и... Я вам это упражнение показывал еще осенью или в конце лета где-то, не помню примерно. И то этот выполняем разведение, сведение коленей вместе. Колени поднимаем и хлопаем друг об друга. 20 повторений. На последнем можно даже вот так еще задержаться, чтобы почувствовать напряжение наших мышц. Пойдем. Так, третье упражнение. В упоре лежа. Берем все обратным хватом, таким вот, и выполняем приведение колена к разноименным рукам. То есть правое колено, правым коленом касаемся левой руки, вот так, а левым коленом правой руки. И так делаем 10 раз на каждую сторону.
Вот так сделали, да, на пресс. И 30 отжиманий еще. Уже упражнение на грудь идет. Уже обратным хватом. Третье упражнение и последнее, четвертое, в упоре на брусьях. Встаем, выходим в упор на брусьях и делаем скручивание на них. 10 повторений. Можешь сбоку встать вот здесь. Посмотри. Мышцы пресса все время должны быть напряжены. Вот такой комплекс я вам сейчас показал. Выполняйте его 3 раза в неделю. 4 упражнения в нем. Между сетами такими делайте перерывы 4 где-то минуты, 5 минут может быть. Потому что подъемы в передний вис — это довольно-таки энергозатратное упражнение. И вам потребуются для него силы. Особенно когда вы на начальном этапе своего развития. В общем, всем пока, ребята. Развивайтесь. Все, до новых видео.